Ивовые деревья, они до сих пор, да, сохранились. В Бурзянском районе до сих пор идет добыча вот таким древним способом. Раньше, в принципе, вот этот промысел, он был известен и в Европе, и вот у нас, да, в России, в Российской империи. То есть, но с появлением рамочного улья этот способ стал забываться, потому что рамочное улье гораздо легкая добыча меда. А вот этот древний способ добычи меда, это примерно 15 тысяч лет тому назад зародился. То есть, как это доказали, то есть вот ученые-археологи, ученые, да, историки, вот как раз-таки во Франции есть пещеры с живописью древней. И вот там женщина поднимается на дерево, и там видно, что это искусственная моть. То есть изначально они просто, да, ну, древние люди разбирали, да, диких пчел.